представляется депутату Думы городского округа Самара Шамилю Салимгереевичу Хисамутдинову. Это так вот, потому что тут глаза светят. Здравствуйте, наше дорогое. Не пожилые, а именно старшее поколение, я хотел бы так назвать. Почему? Потому что если назову вас всех пожилым, то я тоже окажусь в вашем числе, потому что мне уже тоже 7-10, потому что это наше старшее поколение. Не пожилые, а старшие, потому что мы всегда юные сердцем, все мы еще здоровые. Кто работает на производстве, кто на даче, кто с детьми, кто внуками, а кто же правнуками. Так и вот счастливо видеть сегодня вас здесь, самых активных, тех, которые занимаются общественной работой, занимаются воспитанием нашего молодого поколения, следят за своим двором. Это все те, кто именно участвовали в восстановлении нашего города, области после военных лихолетий. Это все те, которые работали на благо нашего СССР, нашего Отечества. Это все те, которые достойны, каждый из вас достоин великих наград. Вам большое огромное спасибо за то, что вы когда-то освоили многие профессии. Спасибо, когда-то вы ночевали возле станков. Спасибо за то, что вы каждый день утром вставали, отправляли детей в садик, а сами бежали на работу. Спасибо за то, что вы нас воспитали. Воспитывайте наших детей, наших внуков, правнуков. Правильно вас еще раз. Спасибо.